Привет, друзья! Поздравляю вас с наступившим Новым годом. Хочу показать вам несколько посылок, довольно интересных. Вот прибыли они, связанные с картинами. Ну и покажу еще, видите, на заднем фоне это у меня картина, которая прибыла. В первый раз попробую написать вот такую картину по номерам. Никогда в жизни не писал. Интересно, какой опыт, хватит ли у меня терпения закончить довольно большую картину я себе приобрел. А что я купил у одного из художников? Это каталоги художников. Давайте попробуем посмотреть. Сейчас я распакую и покажу вам довольно интересные каталоги. Наш друг. Им еще и придумывается, так что пишите ваши идеи. Ну что, давайте начинать. Художники довольно известные. Борис Щербаков. Мы видим его работы. В каком стиле он писал. Сейчас мы можем полистать немножко его работ. Вполне вероятно, что данные работы могут встречаться на аукционах. Фактура, да, вот когда пишут фактура рисунка, так передали на этой фотографии. Так, и следующий каталог, еще два. Кокин. Ох, такой вот такой очень плотный, гляньте какой. В районе 300 гривен стоили эти все каталоги. В принципе, так как картин у меня таких и не было, я не всегда и не видел их в галерее у нас, интересно посмотреть на творчество, посмотреть эти картины вот в таком вот формате. Гляньте, как красиво сделано, перспектива, даль, облака. Ух ты, какой, смотрите, шампанское. Кажется, называются эти цветы. Яблоки очень красивые. Да, калы. Солнухи. Ну, вот еще портрет художника. Друг. Чтобы иметь представление о стиле написания картины, гляньте как, да? И потом можно прочувствовать самому, порисовать, написать картину.
пусть даже в таком пока формате. Ну что, давайте пробовать начинать писать картину.